Всем привет! Вы на канале Гаджетмания. И сегодня мы поговорим и посмотрим с вами на новенький цвет Sandstone White в модельном ряде OnePlus 5T. Вначале, конечно, стоит оговориться, что чуть ранее, в конце 2017 года, была представлена версия Star Wars в белом фирменном цвете, распаковку которого вы можете посмотреть по ссылке в описании. Так вот, как раз-таки она и являлась основополагающей в цветовой палитре новой расцветки. Просто в Sandstone White 2018 нет логотипа Star Wars сзади снизу. До сих пор не могу понять, из чего сделана задняя крышка устройства. Ваши варианты в комментариях, если что. Итак, внешний вид новинки выглядит следующим образом. Спереди черное закаленное стекло, которое прикрывает такой огромный экран. А вот сзади то самое покрытие, о котором говорили хвалебно абсолютно все в самом начале создания этой марки, так называемый Sandstone. Смесь мелкой гравийной крошки, асфальта, каменной плиты и софт-тач покрытия. Итого, по ощущениям, это полный отвал башки. И мне кажется, что если это покрытие до сих пор не запатентовано, то у вас, да что там, у нас у всех есть шанс, как говорится. Этот смартфон и так-то был одним из самых красивых в мире в плане дизайна и расцветок, но стал неотразимо узнаваем. Все кнопки и слот под сим-карты выполнен в черном окрасе и прекрасно гармонируют с красным переключателем режимов на левом торце. Также особенно офигительно выглядит сдвоенная основная камера, так как она черная, а задняя часть смартфона, напомню, белая. По ощущениям, когда держишь смартфон в руке, создается уверенность того, что он не выскользнет из рук, так как поверхность шероховата. Также стоит отметить, что внутри смартфон никак не изменился, это все те же 8128 и топовый процессор на данный момент. В общем, если вы спросите у меня, как он этот новый цвет, отвечу, это отсыл к истокам производства компании OnePlus. И у них получилось, скажу я вам. Единственный минус, который приходит в голову, белый цвет марки, и покрытие всегда будет норовить оставить на себе следы от ручки или чехла, или еще чего-то такого маркового. Итак, вы увидели этот самый новый цвет. Праздники скоро подходят к концу, и контент так и просится наружу. Ну а пока просьба подписаться, если не подписан, обязательно нажать на колокольчик, это важно, и поставить свою оценку. Где и как купить такой смартфон указано в описании. Пишите, что вы супергерой и молодец, если досмотрели до конца. И конечно же, совсем скоро увидимся. Всего доброго, пока-пока.